увеличить площадь Национального парка Лосиный остров за счет участков Монинского военного лесничества с приданием им статуса особо охраняемой природной территории федерального значения. На общественных слушаниях по этому вопросу присутствовали представители Министерства экологии, проектных организаций, районной общественной палаты, заинтересованных поселений и, конечно, самого Лосиного острова. Сегодня его площадь составляет 12 тысяч гектаров, а скоро добавится еще около 2 тысяч за счет присоединения лесов Монинского военного лесничества. Согласование новых границ длилось около 7 лет. Большую работу провел НИИ градостроительства. Институтом проведена работа по сбору и упорядочению сведений и документов территориального планирования Московской области, документов территориального планирования муниципальных образований, проектов документов градостроительного зонирования. Учтено фактическое землепользование. В нашем районе передаваемый Лосиному острову участок леса в основном находится в городском поселении Монино. Затрагивает также Медвежьи озера и Щелково. Все выступавшие отмечали, что речь идет исключительно о землях Минобороны. Никакие владения собственников в передаваемую территорию не входят. Был проведен комплекс полевых работ, инженерно-геодезических изысканий, в ходе которых выявлены границы фактически застроенных территорий. И, соответственно, эта фактическая застройка, наряду с земельными участками, стоящими на кадастровом учете, находящимся в частной собственности, в границе национального парка, включению не планируется. Наша задача – согласовать границы прохождения этих территорий, чтобы права собственников не были ущемлены и права тех жителей, которые живут на этих территориях, также не ущемлялись. Представители общественных организаций могли как заранее изучить опубликованные в интернете материалы, так и задать вопросы непосредственно в ходе слушаний. В этой документации учтены существующие, эксплуатируя коммуникации, дороги, которые в дальнейшем будут реконструироваться и строиться. Мы все прекрасно знаем, что в национальном парке Лосиный остров запрещено любое строительство и реконструкция как вид строительства. Границы, включаемые в национальный парк, проведены с учетом планируемых коридоров инженерных транспортных коммуникаций. По сведениям, опять-таки, документов территориального планирования Московской области и муниципальных образований. Надо сказать, что Национальный парк Лосиный остров с одной стороны прирастает новыми территориями, с другой отдает часть принадлежащей ему земли. Под очень важное и нужное дело. В районе Медвежьих озер и Балашихи будет строиться дублер Щелковского шоссе. Этот участок виден на карте в левом нижнем углу. Границы Лосиного острова мы меняем для того, чтобы учесть интересы как Национального парка Лосиного острова, так и вновь проектируемого трассу дублер Щелковского шоссе. В ближайшие месяцы на федеральном и региональном уровнях будут приняты нормативные документы, касающиеся новых границ Национального парка Лосиный остров. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».